смотрите главные новости к этому часу. С вами Елена Вознесенская. Здравствуйте. Антитеррористическая операция на востоке Украины закончится в мае этого года, заявил Петр Порошенко в Виннице в рамках рабочей поездки. Президент отметил, формат обороны страны изменится в соответствии с принятым в январе законом о реинтеграции Донбасса. Глава государства уверен, документ позволит более эффективно противостоять российской агрессии. Война закончится нашей победой. Война закончится нашей победой. У меня по этому поводу нет никаких сомнений. Не только потому, что у нас лучшие вооруженные силы, не только потому, что мы защищаем родную землю, не только потому, что украинцы на сегодняшний день разрушили все сценарии Путина о Новороссии, Малороссии, расколе государства и так далее, а в том числе потому, что с нами правда. И в Страстную неделю могу сказать, что Господь Бог с нами, и мы точно победим. Законопроект о национальной безопасности в первом чтении приняла Верховная Рада. Документ определяет основы гражданского контроля военной сферы, а также стратегию защиты государства, в частности, кибербезопасность. Также в законопроекте предлагается назначать министра обороны и его заместителей из гражданских лиц и разграничить должности начальника генштаба и главнокомандующего вооруженными силами Украины. Инициатором проекта выступил президент Петр Порошенко, представил документ в парламенте секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Проект закона о национальной безопасности разработан вместе с экспертами НАТО, Евросоюза и США. Его принятие должно стать существенным шагом на пути внедрения стандартов НАТО в Украине. Речь прежде всего о системе управления и руководстве вооруженными силами Украины, другими органами сектора безопасности и обороны, что повысит способность противостоять современным угрозам. Деятельность преступной группировки разоблачили украинские пограничники. Группа организовала ввоз автомобилей из Европы по поддельным документам. Правоохранители задержали несколько человек. Сколько именно, не уточняют, поскольку операция продолжается. Во время обысков у задержанных нашли фальшивые бланки документов и штампы украинских и польских госорганов. За группировкой оперативники следили около года. Тактика угруппирования полягала... Тактика группировки состояла в незаконном ввозе в Украину из Польши автомобиля иностранной регистрации, проставлении на поддельных бланках документов фальшивых печатей, чем они надеялись ввести в заблуждение государственные службы Украины, в том числе и пограничную. Потом они продавали эти автомобили в Украине, прикрываясь теми же поддельными документами. 9 человек погибли в аварии в Румынии. В реку Быстрица упал микроавтобус. Выжить удалось одной женщине. Погибшим было от 17 до 45 лет. По данным правоохранителей, глубина реки достигала 7 метров. Предварительная причина – пробой шины. Микроавтобус не предназначался для перевозки пассажиров. В нем установили импровизированные лавки и перевозили работников местного лесного хозяйства. 2 человека погибли при крушении вертолета во Франции. Авиасудно упало на юго-западе страны, неподалеку от города Либурн. После крушения самолет загорелся. На борту были пилот и пассажир. По данным полиции, причиной крушения могла стать поломка двигателя. Герои спортивного года. В Киеве прошла 12-я ежегодная церемония награждения. Тренировочные костюмы украинские атлеты сменили на вечерние наряды. И боролись не за традиционные медали и кубки, а за звания в 9 номинациях. О триумфаторах спортивного «Оскара» Олег Шумейко. Поход за спортивными «Оскарами» начинается с красной дорожки. Оказаться здесь – честь для каждого украинского спортсмена. Для спортсмена это очень важно, быть оцененным. Я просто вспоминаю свои первые шаги, когда я начинал, когда я получал какую-то награду, когда я узнавал, что там, я номинант или победитель. Это было эмоционально, это было трогательно. Церемония начинается с чествования олимпийского чемпиона Пхёнчхана Александра Абраменко. Но «Оскар» сегодня он точно не получит. В 9 номинациях награждают триумфаторов 2017 года. Он же свою медаль завоевал уже в 2018. Это как репетиция, а уже в 18-м, ну, когда будет уже проходить церемония 18-го года, я, конечно, рассчитываю там... Не только быть номинантом, но и победить. Легкоатлетка Юлия Левченко на сцене героев спортивного года уже второй раз. Раньше она получала награду как «Олимпийская надежда». Теперь ее серебро на чемпионате мира принесло победу в номинации «Сенсация года». Недавно я была на вручении тоже премии, и там выступала женщина, она сама математик, и она вышла и сказала, что
Я так благодарна родителям, я так благодарна судьбе, что вот родители разрешили мне заниматься математикой. Я так любила цифры, я так любила считать. И она это сказала так, как вот мое отношение к спорту. Я так люблю спорт, а она так любит математику. Так пусть вот каждый любит так свое дело. Главными триумфаторами церемонии стали фехтовальщица Ольга Харлан и боксер Александр Хижняк. Они получили статуэтки спортсменки и спортсмена 2017 года. Ольга в спорт вернулась после травмы и победила на чемпионате мира. Прошлый год я очень сильно работала, и это результат, это чемпионат мира, это золото. Третье мое личное золото, и я безумно благодарна за то, что за вот эту статуэтку, это результат того, что я делала. И это мотивация еще больше для пятой, там места еще много. Верить в свои силы. Если верить в свои силы, а также в Господа Бога с его поддержкой, с поддержкой тренера и всех людей, которые в меня верили, вот и приходят такие результаты. Когда с обычного боксера, каким я был еще вчера, становятся лучшими боксерами планеты и лучшими спортсменами года. Все награды героев спортивного года нашли своих обладателей, а украинские спортсмены уже приступили к тренировкам, чтобы через год опять претендовать на спортивные «Оскары». Олег Шумейко, Дмитрий Борщ, Илья Смык, UATV. Почти 400 писанок и столько же пасхальных кроликов, расписанных художниками из разных городов Украины и других стран, представили в Киеве на 8-м фестивале писанок. Его главная цель – популяризация писанкарства как отдельного вида искусства, говорят организаторы. В этом году к традиционным арт-объектам в виде пасхальных яиц присоединился западный символ праздника – кролик. На одних животных можно увидеть целые картины, других украшают узоры. Некоторых превратили в сказочных и космических персонажей. Фестиваль писанок продлится на Софийской площади до 22 апреля. Писанкарство давняя традиция. Писанкарство давняя традиция, но для того, чтобы возродить интерес к ней, нужны ноу-хау. В этом году это пасхальные кролики. Они привлекают внимание, и тогда каждый хочет вернуться к первоисточнику. Как эта писанка расписывалась, какой воск, какие писачки. Это большой праздник везде, но это не так красиво, как здесь. Не так красиво, как украинские пасхальные традиции. Особенно история писанок. В преддверии пасхального уикенда в аэропорту Борисполь детский хор устроил концерт. Пассажиров встречали с современными и народными композициями. Реакцию пассажиров видела Инесса Занина. Так, композициями на украинском, английском, итальянском и даже японском языках детский хор «Пектораль» провожал и встречал гостей аэропорта Борисполь в канун пасхального уикенда. Ты приезжаешь сюда с утра и чувствуешь себя классно. Я думаю, что все тут счастливы. Это прекрасно. На входе возле дверей стоишь, не понимаешь, что ли, откуда такой ангельский звук. Я думала, честно говоря, что включили какую-то запись, но когда я увидела, что это действительно дети, это просто превосходно и нереально, и восхитительно. Выступление в аэропорту перед неподготовленной публикой для юных артистов впервые. Несмотря на волнение, дебют удался. Мне очень понравилось это выступление. Самое тяжелое это для меня было кукушка. Я там часто не попадала в ноты и тяжело было учить. А самое любимое это Stabat Mater. Музыкальное приветствие пассажиров в аэропортах – это почти традиция. В этот раз мини-концерт приурочили к пасхальному уикенду. Это стало доброй традицией поздравлять гостей аэропорта и пассажиров с праздниками, с какими-то знаменательными событиями в нашей жизни. Поэтому мы приглашаем творческие коллективы и детские особенно. Это очень приятно услышать утром детские голоса красивые и поздравить пассажиров. Инесса Занина, Руслан Белозеров, UATV. Эту и другую актуальную информацию онлайн вы найдете на наших страницах в соцсетях, а также на сайте канала uatv.ua. Вы смотрели главные новости к этому часу. С вами была Елена Вознесенская. Оставайтесь с UATV.